Домашний интернет от New Lime. От 250 рублей в месяц за 100 мегабит. Телефон на экране. А дюймовочка-то выросла. Четвертый корпус детского сада номер 100 уже готов к встрече детей. В новом трехэтажном здании состоялось торжественное открытие. Родители и будущие воспитанники уже прошлись по современным просторным группам. Об их ожиданиях и впечатлениях они рассказали Александре Томей. Открытие детского сада по улице Кирова ждали давно. Прямо перед сдачей объекта в эксплуатацию год назад внесли изменения в градостроительные нормы, и застройщику пришлось заново собирать пакет документов. Поэтому маленькая Дарья пойдет в садик только с этого года, но еще успевает в группу раннего возраста. Мы очень рады, очень ждем. Будет бассейн, говорят. Вот. Посмотрели, уже прошли группы некоторые. Все очень красиво, конечно, очень впечатлены. Положительные впечатления вызывают просторные светлые группы, мелочи для обучения и веселья, участки для прогулок с теневыми навесами и городками для подвижных игр. Но главное – опытный персонал. Заведующая Татьяна Харитонова работает с детьми без малого 40 лет. Опыт у нас большой. Я думаю, что мы сделаем все возможное для того, чтобы полностью гармонически развивать детей и выпускать их в жизнь, в школу. Садик современный, с интерактивными направлениями, с развитием детей, с оздоровлением детей. У нас есть бассейн. 8 групп. Предусмотрены 2 группы раннего возраста с 1,5 лет. Планируется группа детей с задержкой развития. На праздник по случаю долгожданного открытия нового корпуса дюймовочки пришло и руководство Люберецкого округа. Замглава администрации рассказала о востребованности групп для малышей до 3 лет. На территории городского округа Люберцы только в августе открыто уже 2 детских сада. Мы сегодня уже идем по пути. Если мы раньше открывали только детские сада для детей старше 3 лет, то сегодня мы уже открываем и ясельные группы в детских садах. На сегодняшний день это 16 тысяч детей посещают дошкольные учреждения городского округа Люберцы. Традиционная церемония перерезания красной ленточки завершила торжество. Уже 1 сентября 180 малышей от 1,5 до 7 лет переступят порог 4-го корпуса детского сада номер 100 «Дюймовочка». Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.